Мир всем, мои дорогие. Сегодня Алексей уехал в город. Быка повез. Ну, мясом продавать. А я вот подоила. Козочек пока во двор выгнала. Сейчас сынок оденется. Пойдет пасти. Наши газонокосилки. Если бы они тут не гуляли иногда, тут бы вообще все заросло. Вот так. Каждый день по чуть-чуть, скажи, мы работаем. Каждый день травы косим. Вот были совсем мелкие косточки. Сейчас курицам насыпем кушать, бройлером все жаждут пищи, да? Все ждут. Старший сын пасет коров сегодня, поэтому одна, совсем одна. Ну, может, не совсем. Ну и че тут у нас? Сыбочка нету, сена. Там Алексей дров привез. Видно, что горевшее было дерево. Весной пожарным. Это купленные цыплята. Сейчас пойдем посмотрим, как там поживают цыплята, которые куры, которых вывели. Вон у них там коробочка за душевой уличный. Летний. Вон они. Вот они. Арбузик доедает. Ой, как бегут они, бегут. Кроссовки машинировать. Типа-типа. Петушок. Отсюда петушка одного обязательно оставим. Одного свекрови отдадим. Она нам петуха давала, чтобы цыплят вывести. Да? Они ручные. Такие хорошие. Вот такое вот утро деревенское. Вон там сынок вышел, пастух. Сентябрь уже начался, а дни теплые. Прямо даже в понедельник обещают через несколько дней 30 градусов тепла. Вот такое лето продолжается у нас. Завтра у меня день рождения. Исполнится мне 32 годика. Можно сказать, детство еще. Не хотим, скажи, поддаваться под твои хитрости. Ну что, давай с Богом. Бог благословит. Подожди, меня уже благословил. А? И в тихий утро. Мне надо следить за Богом. Ну давай с Богом. Сегодня не учишься, поэтому можно и последить за козами, да? Да, это сегодня потерялки. Мама-то с района. Угу. Мы вот тут вот живем. Вот он. Ну давай. Давай.